Всем привет, с вами канал IT Умник. В этом видео я расскажу о программе для подключения к Wi-Fi, разновидности и плюсы использования. Перед началом подпишитесь. Благодаря специально созданным программам значительно облегчается процедура обнаружения и подключения к Wi-Fi, а также организации беспроводной точки доступа к интернету, используя только ноутбук или другой девайс, подключенный к глобальной сети приложение Wi-Fi покажет, кто из списка контактов к какой сети подключен при появлении их онлайн и к какому источнику сигнала. При нахождении отсутствующих в базе данных источников сигнала они появляются на карте. Есть встроенный чат для общения между пользователями. Программа Insider позволит подключиться к наиболее мощной точке доступа и минимизировать потери, изменив используемый канал. Сканер отобразит мертвые зоны области, где сила сигнала минимальная, чтобы оптимизировать место расположения и ориентацию роутера. Всем, кто пользуется беспроводным интернетом на компьютере, следует обзавестись Insider. Похожие программы. ComView for Wi-Fi, Connectify Hotspot, Wi-Fi Password Dump, Virtual Router Plus. На этом все. Спасибо за просмотр. Как всегда, с вас подписка, лайк и комментарий к ролику. До свидания и удачи!